The World in Faces showcases a unique collection of portraits of individuals from different parts of the world in their traditional clothing and local environments. Through them, we can perceive the unique knowledge systems, cultural practices, traditions and histories, and ways of understanding of the world's indigenous peoples. Это мечта любого человека, не знаю, путешественника, по крайней мере, попасть в такие дальние края и посмотреть, как живут люди. И вот это мне удалось как раз благодаря моему сотрудничеству с компанией «Норильский никель». Меня отправили на вертолете в удаленные деревни, благодаря чему я побывал в гостях у Нганасан, у Долган. Это интереснейшие народы, и мой проект пополнился их фотографиями, и как бы даже скажу больше, эти фотографии как бы являются такими, скажем, наиболее известными, да. Сотрудничество «Норникеля» Александра Химушина началось в 2018 году. На Таймыре. Сегодня это выставка, состоящая из 170 работ, где изображены коренные народы, проживающие на территории России, в частности, в Сибири и на Таймыре. Не секрет, что для Норникеля крайне важно позиционировать те территории, на которых компания ведет свой бизнес, не только с позиции того, что эта земля богата недрами, и, например, на Таймыре находится наше основное производство, но также показать и самобытность культуры, уникальность территории и дать возможность художнику добраться до удаленных уголков на Таймыре и получить возможность пообщаться с теми людьми, которые испокон веков живут на этой территории и являются ее настоящими хозяевами и коренными жителями. Это одно из таких самых крупных мероприятий, которые впервые проводятся в штаб-квартире ЮНЕСКО с начала 2020 года. И эта выставка полностью вписывается в, во-первых, в задачи ЮНЕСКО, которая уделяет большое внимание сохранению языков коренных народов и предстоящей декаде, десятилетию коренных народов, которое будет проводиться под эгидой ООН. Так что во всех отношениях это, с моей точки зрения, важная веха в развитии сотрудничества традиционного между Россией и ЮНЕСКО.